Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на зомби по имени Шон 2004 года. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Если твоя девушка – зомби 2014 года. Когда у Зака умирает его девушка, он безутешен. Однако вскоре, неожиданно для всех, она чудесным образом возвращается. Но в новом качестве она теперь зомби. Поскольку внешне девушка пока мало чем отличается от себя прежней, а Зак все еще любит ее, он с радостью принимает ее к себе в дом. Правда, теперь ему придется смириться с некоторыми ее новыми привычками. Убойные каникулы 2010 года. Группа студентов колледжа отправляется за город, чтобы вовсю оторваться на выходных, попить пивка, поплавать в озере и подышать чистым лесным воздухом. Но уже в первый день они сталкиваются с неотесанными фермерами Такером и Дейлом, также решившими как следует оттянуться на природе. Приняв этих диковатых, но в сущности симпатичных ребят за злобных местных, горожане решают дать деревенщине жесткий отпор, но с каждым шагом становится только хуже. Добро пожаловать в Зомбиленд 2009 года. После нашествия зомби в США, небольшая группа выживших скитается по стране, от побережья к побережью, сражаясь с живыми мертвецами. Они решают остановиться в парке развлечений, надеясь, что там они будут в безопасности. Операция «Мертвый снег» 2009 года. Группа студентов-медиков отправляется в горы, чтобы провести там несколько дней на каникулах. Вместо отдыха и развлечений, в декорациях идеалистического норвежского пейзажа, молодые люди попадают в кошмарный сон. Им приходится бороться за жизнь в схватке с пропавшим здесь когда-то во время войны отрядом немецких солдат, превратившихся теперь в зомби. Типа крутые легавые 2007 года. Главный лондонский полицейский, констебль Николас Эйнджел, переведен из города в тихий сельский городок Сентфорд. Он пытается привыкнуть к этой мирной и, на первый взгляд, лишенной преступности жизни, а также к туповатому напарнику Дэнни Баттерману. Однако серия ужасных происшествий потрясает городок, заставляя Эйнджела убедиться в том, что Сентфорд совсем не такой, каким кажется на первый взгляд. Мечты Дэнни о бурной, взрывоопасной, полной стрельбы и погонями жизни становятся все более и более реальными. Настало время для провинциальных полицейских вершить правосудие больших городов. Зомби по имени Фидо 2006 года. Добро пожаловать в Уиллард, маленький город в идеалистическом мире, где-то в 50-х, где солнце светит каждый день, все знают своих соседей, а зомби разносят газеты. Годы назад Земля пролетела через облако космической пыли, заставившей мертвых восстать с ненасытной жаждой человеческой плоти. Террор распространяется по планете до тех пор, пока не был изобретен ошейник, сделавших зомби управляемыми и даже полезными. Мальчики едят девочек 2005 года. Юноша признается девушке в любви и в ту же ночь умирает. Мать с помощью магии Вуду оживляет его, но юноша становится зомби и начинает есть своих сверстников, которые также становятся зомби. Рассвет мертвецов 2004 года. В то время как Америка содрогается от внезапного нашествия миллионов мертвецов, маленькая группа уцелевших людей пытается найти убежище и защиту в огромном здании торгового центра, но долго ли они смогут противостоять нападению зомби? Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!